Пошла запись. Здравствуйте, друзья. И мы возвращаемся наконец-то в Baldur's Gate. Пару дней не играл, был занят, но теперь можно продолжить. И нужно вспомнить на самом деле, на чем мы закончили. Мы, по-моему, грохнули вот этих двоих и подобрали этот телепортатор. Правда, Джош? Оберег телепортации. Не-не-не. Мы должны были еще там что-то подобрать. Это твое кольцо, это все понятно. Эти сюда давай переложи. Где? А, да, Динахир, вот он, костяной оберег. Динахир его опознала. Почему бы не попробовать и не использовать этот костяной оберег? Вот. В той комнате, там, где нужен был какой-то оберег. И сейчас наушнички погромче. Вот так, Джош, подходи сюда, жми. Когда вы вставляете костяной оберег в ключевую скважину машины, вы чувствуете, как она начинает тихо гудеть, а затем останавливается. Вы уверены, что что-то отключилось. Вопрос лишь в том, что что-то. Вы слишком далеко. Анджош, еще раз. Эта машина похожа на источник энергии для чего-то, находящегося в северной комнате. Вероятно, для ее активации нужен некий оберег в северной комнате. Ну и что? И что? Это северная комната? Непонятно. Ну, я не знаю, по ковру говорили не ходить, но вот из других комнат я не вижу. Здесь больше не на что это. Джош, попробуешь походить по ковру? Как ты думаешь? Давай защиту на себя на всякий случай. Кастани. И поиск ловушек, конечно же. Конечно же. Какие еще есть защиты у тебя, Джош? Есть еще обнаружение невидимости. Ну и давай гармонию попробуешь вступить, так сказать, на ковер. Сохранимся мы, конечно же, предварительно. Предварительно. Ну, не знаю. Написано, что не понятно, что тут написано. Но вот мы вступили на ковер, и, судя по всему, ничего не происходит. Видим два сундука. Джош находит одну ловушку. Это дело для миссис Имэн. Этот сундук не открывается. Здесь какие-то... Это, видать, личные покои дурлага. Имайн, пожалуйста, подойди сюда и обезвредь ловушку. Еще, кстати, есть опасность, что как только мы туда залезем, в этот сундук, то заспаунится кто-то. Поэтому я предлагаю остальных всех сюда подвести тоже. Подвести сюда тоже. Вот, еще одна ловушка найдена. Имайн, пожалуйста, обезвредьте ее. Отлично. И откройте замок. Отлично. Но лутать будет, конечно же, командир. Что там такое проблескивало? Непонятно. Так, ничего себе. Щиты, драгоценные камни. Какая-то прощание, вероятно. Никто не спавнится там? Не, вроде никто. Щит. Похож, кстати, на наш щит. Эти камешки сюда не лезут. Давай сюда. Драгоценности все выносим. Они дурлагу уже, судя по всему, ни к чему. И второй, да вот ничего по себе, друзья, булава тут какая-то. Так, Джош, давай это все на опознание передай нашим магам. В особенности прощай интересует нас. Драконобойка Арлы, господи. Прощай, +3, драконобойка Арлы. Истинную ценность удачно попавшего камня, особенно в сражении с более крупным врагом, лучше полуросликов не знает никто. Это оружие принадлежало молодой женщине по имени Арла Твердый Шаг, одной из немногих представителей маленького народца, покинувших родной очаг в поисках приключений. Легенда гласит, что миниатюрная Арла с помощью этой пращи острым камнем пробила на лету череп зеленого дракона. Хотя популярна и юмористическая версия, по которой от камня пострадала задняя часть чудовища. Иногда кажется, что полурослики, когда дело касается их истории, предпочитают хороший анекдот истинным фактам. Урон +3, тахо +3. Отлично. И у тебя, ты ее квели себе и возьмешь на самом деле, потому что у тебя есть навык. И ловкость у тебя 15, а у Динахир ловкость 18. Оба кастуете. Кому лучше выдать на самом деле? 7 из 2 атак уже у Динахир с такой-то ловкостью. А у тебя 3 из 2, но Тахо 11 становится. А пусть у тебя будет, ты все-таки клирик, все-таки, да. Пусть будет у тебя. И щит, пожалуйста, мне опознай. Не можешь уже, да? Заклинаний нету из свитков.
Они с закупа, я же закупал еще. А это зеленый, прошу прощения. Щитец, опознайте нам, пожалуйста. Нет, не можем. Почему? А свиточки есть? А свиточек есть. Вот он, вот он. Вот он, милейший, свитком. Большой щит плюс 2. Этот щит был создан кузнецами, дворфами по заказу Пеллана из Тира, знаменитого паладина, известного своим абсолютным бесстрашием и полным отсутствием здравого смысла. Услышав, что красный дракон разоряет какое-то село, Пеллан оседлал коня и поскакал в бой. Рыцарей его доспехи, организм дракона успешно усвоил, а вот щит вырвал жестокие желудочные спазмы. Монстр отрыгнул, простите, друзья, его их хранил в своей сокровищнице несколько лет, пока сын Пеллана, и тоже паладин, имеющий вовремя прятаться, не вернул себе семейное достояние. Паладин-вор, очень странно. Ладно, превосходное качество щита дополнено постоянно действующими чарами легкости, которые делают его чрезвычайно удобным в бою. Добавка классу защиты 3. Ну, Анжанти, слушай, тебе сегодня... А тут плюс 4 против метательного, это Илматера. У тебя уже есть такой подарок. Ну давайте Джошу тогда выдадим. Джош, как у тебя щит? Большой щит плюс 1. Давай его Квейли. Квейли не может такое носить. Так, только не перепутайте. Видите, модельки одинаковые. Большой щит плюс 2 себе берешь. Минус 6 класс защиты, господи. Ох, ну ради этого, да, ради этого стоило сюда идти. Еще какой-то доспех. Доспешек. А ну-ка. А свитков уже нету. Уже нету свиток. Дротик плюс 1. Сюда эти штучки тоже опознали. Это вот сюда переложи. Здесь экипируй вот так. Эту прощу можно уже продавать, потому что у Джоши есть плюс 1. Хорошие, хорошие находки, хорошо. И тут еще что-то ж, булава какая-то была, да, Джош, которую ты не подобрал? Давай вот это все подбирай. Но булавой у нас никто не пользуется, какая-то она маленькая. На самом деле, будешь опознавать. Булава, да. Хорошо, хороший улов, господа. Я вас с этим поздравляю, говорит Джош. Но не забывайте о нашей священной миссии, точнее не священной, а миссии самых, что ни на есть, любопытствующих искателей приключений. Мы должны разгадать тайну башни Дурлага. Да. Сохраняемся, и перед тем, как мы сохранились, кое-кто обнаружил здесь у нас потайную дверь. Вскроем ее, а она заперта. Имайн, что скажешь на этот счет? Нет, нет, да, управляющего механизма нет. Это, может, тетенька нам подскажет? Нет, тетенька рычит, свет зовет, это понятно. Ну, очевидно, нужно эту дверь как-то вскрывать. Слушайте, хоть бы Дурлак на нас не обозлился. Здесь, кстати, проход идет как раз к нему, и здесь вот этот выход. Поиск ловушек, Джош, понятно. Хорошо. Давай, Джош, пока работает поиск ловушек, на самом деле сходишь сюда и проверишь. Проверишь на наличие таковых. И Майн пойдет вместе с тобой. Коран, а ну ты попробуй. Заперто, заперто. Джош, поиск ловушек. Вот здесь еще какое-то, смотрите, ответвление, так сказать. Ну, кажись, все чисто. Ну, уже что заканчивается действие заклинаний, поэтому Имаен идет вперед. Здесь зеленая комната какая-то, и вот здесь какой-то проходной коридор. Имаен ничего не обнаруживает, а Джош сразу обнаруживает. И здесь-то отперто, ну, открыто, то есть, открыто. Но здесь какой-то, видите, спуск, как будто ступенька такая. Нет ли здесь ловушек? А ну, Джош, пробегись, бесстрашно. Что скажет нам... Тебе удалось найти комнату, в которой указано направление, но это еще не все. Пусть еще не свободен. Пойми пути, которые ведут себя сюда, тогда ты вернешься. Но мы, по сути, два пути уже нашли, Дурлак. Тут какая-то штучка, но мы не можем сюда пройти. Тут мы только видим, видимо, это из окна или как-то так, гостиничного номера, да? Здесь мы тоже ничего не обнаружили, но вот здесь есть что обнаружить на самом деле. Окей, Джош, попробуем пойти сюда. Попробуем пойти сюда. Но сам ты спрыгивать без прикрытия, конечно же, друзей не будешь, потому что это очень опасно. Здесь только кузница, может, сюда положить надо на самом деле что-то. Вот это я не знаю. Вот это я тоже не знаю. Что у нас есть?
У нас есть тут венцо, есть прядь этого демона, есть, господи, драгоценные камни, куча всего. Кубок Дурлага есть. Ух, страшно, страшно, ну давай. Видим дверь, открываем ее, открывается нашему взору пещера, так сказать. Но какая-то зеленая. Мы уже такую, с такой жижей видели зеленую пещеру, там была слизь. И мы помним, что по слизи нужно бить огнем. Но только я не помню, есть ли у нас заклинание. Заклинание есть? Жезл фаербола заканчивается. Здесь есть родные фаерболы, мы вызовем монстров и пустим их вперед. На самом деле не хочу я подставлять партию. И бежать в город тоже непонятно как. То есть мы можем поговорить с духом Ислан этой, но неизвестно, друзья, сможем ли мы вернуться. Уходят куда-то в темноту, получают урон наши кобальды командос. Интересно, от кого? Гавкают. Здесь без поиска ловушек никак. Откуда ты урон получил? Видать, в ловушку вступил. Имен, сюда, нужно искать ловушки. Корен тоже сюда. Возможно, активировали ловушку кобальды командосы. И волчик еще с ними. Има ничего не обнаруживает. А, возможно, по этой жиже, когда они прошли, они получили урон. А ну-ка, Джош, быстренько раз. Паузу нажал, амулет поджал и отступил. Вот так-то. Амулет знакомый достаточно. Амулет. А ну, Има, может, тебе хватит даже знаний. Не хватает тебе знаний. Жерелье странное, и эти дротики Динахир нужно передать, но через имейл. Остальные могут заходить, говорят, все чисто. Наша магическая группа, бешеная собака отозвана, это... Имайн, давай-ка ты теперь спрячешься в тенях, включишь поиск ловушек и подойдешь сюда все-таки. Грибы здесь какие-то, друзья, растут. Ой-ой-ой-ой, в условиях антисанитарии приходится работать со всякими грибами. Чтоб здесь не было этих настоящих грибов живых, которые живые миконоиды, или как они называются, я не помню. Видим большого упыря. Видит Имайн. Имайн раскрывается и стреляет, выпускает от него стрелу. Имайн отступает, Джош выходит вперед. Остальные теперь готовы сражаться с ним, и сражаемся просто с ним. Давай, Джош, рубани его и отступи немножко. Вот Аджантис уже подходит. Просто атакуем его. Тяжелые раны у него уже, ну отлично. У тебя, Динахир, поболее заклинаний. Ты можешь еще бросить вот так, чтобы перестраховаться. Да, потому что под Джошу болезнь прошлась. Но Джош себя быстро отхилит. Чик. Аджантис сделает вот так. И, Джош, теперь подберешь отсюда. Волшебные стрелы нам выпадают. Давайте их быстро распределим. Хотелось бы отдохнуть, это опознать, но времени, это же все время. Так, здесь вот эти штуки тоже все поопознавай. О, может, ты сможешь, кстати, вот эту штуку опознать. Уже не сможешь, потому что Нелиза мне говорит, Динахер. Вот эти стрелы плюс два еще не может она опознавать просто так сходу. Ну хорошо, зато снарядов у нас, друзья, для прощи плюс 3 просто огромное количество. 40 дротиков, вот отлично. Отлично. Эти стрелы пока можно сюда переложить, чтобы они не захламляли инвентарь. Куча еще заклинаний у нас, господи. Хорошо, действительно хороший этот этаж. Тут не особо сложно. Мне здесь нравится, говорит Джош. Только давай, мальчик мой, не будем мы сильно расслабляться, потому что мы помним, к чему приводит расслабление. Куча бутылок ускорения, бутылки защиты от яда, это все хорошо. Но нет. Будем играть через Имайн, через разведку и инвиз. Так что Имайн пошла. И заодно будет искать она ловушки. Здесь, друзья, река какая-то. Неизвестно, можно ли ее пересечь. Вброд, как пел уважаемый Борис Борисович. Переходим эту реку вброд. А ну-ка, Имайн, господи, что это такое? Гусеница из склепа. Не особо хочется мне сражаться с гусеницей из склепа, так что давай, Квелли, кастуй на себя невидимость. И Динахир, я бы туда что-то забубенил, но гусеницы, не помню, какие у них резисты. Невидимый? Невидимый, подходишь. Подходишь, и на тот берег нужно кастануть что-то.
О чем бы нам туда кастануть-то такого? Ну, фаербол, конечно же. Давай как-то туда аккуратненько полетит фаербол и посмотрим. Гусеница из склепа, да, завалил ее Квайле и теперь отступает назад. Имайн в инвиз. Ой, Имайн не получилось в инвиз. Нужно всех подтянуть здесь и занять позицию, на самом деле, выгодную нам. Вот как-то так встанем. Тут мы залутали, Джош, правда? Да, тут залутали. Имайн, давай опять в инвиз. Я думаю, допустимо так играть через разведку и с последующим выстрелом каким-то. Ну, гусеница вообще не представляла опасности. Да, реку можно перейти. Имайн сейчас только что это показала нам. И нужно сохраняться. Что здесь еще у нас? Большой упырь. А ну-ка, Имайн, поддай-ка ему стрелой холода. Но успеешь ли ты убежать? Вот это вопрос. Успеешь? Вот есть бутылка ускорения на всякий случай. Поддай-ка ему. На-ка тебе! К сожалению, эти стрелы не замедляют. Вот он бежит уже на нас, но сейчас мы развернемся и будем его атаковать. Вот он. Летят еще стрелы, и мы его... Да, он опять пробивает Джоша. Ничего по себе. Ну, Аджантис... Нет, у тебя нет уже этого. А Квейли, у тебя есть заклинание, еще можешь подлечить Джоша на самом деле. Давненько не бросали защиту от страха. Да, хорошо иметь двух клириков в партии, много заклинаний хила. Можно хорошо действовать. Не хочу я, друзья, туда наламываться, буду играть осторожно, потому что не хочу больше обузить, как на шахматной доске. Хочу попытаться, что это такое? Гусеница из склепа и большой упырь. Ну, Имайн, не знаю, поддай по гусенице из склепа. На-ка, ничего себе, она ускорит, ничего в себе. Так, Квейли, сразу фаербол сюда летит. Сразу тут, без вопросов. Джош сюда, Аджантис сюда. Имайн отступает. Летит фаербол. Поражает ее, но не убивает. Как тяжелые раны. Атакуем теперь ее. Добиваем выстрелами стрел. Джош, а ты атагрика на себя вот этого вурдалака. И поддай-ка ему из прощи. На-ка тебе. Господи, на 11 неплохо, Джош. Ну, ловкость-то у тебя сколько? Мне ж передал перчатки. Ловкость 15. Но есть какие-то там бонусы или плюс 1, или... Да, не более чем плюс 1. Кажись, от 16, от характеристики 16 начинаются позитивные бонусы. Ваншот просто. Почему еще Имайн ходит? Потому что Имайн может искать ловушки. Как мы уже убедились, друзья, если ускоренным персонажем бегать, то не успеваем мы ловушку обезвредить, и она приносит нам вред. Еще тут два упыря, ничего по себе, может они здесь спавнятся, но двоих так просто уже не будет забрать. Хотя хитрюга Имайн стрельнет и все равно стрельнет и отступит. Динахер, твоя очередь метать фаербол. Куда-то вот сюда нужно его метнуть. Имайн отступает, фаербол летит, Джош сюда. Летит фаербол, как хорошо пробивает их фаерболы. При смерти уже паренек. Этот готов, а этот легкие раны. С этим нужно держать ухо востро. Ну-ка, Джош, откати себе хп от него. Вот так, да? Бежит на Динахир, потому что фаербол от нее полетел. Но переключается на Джоша и на Аджантиса. Готовченко. Отлично. Друзья, там у меня на улице дождь идет невероятный. Возможно, гроза слышна. Я не знаю, я потому что в наушниках своих огромных сижу, которые уши закрывают. Еще двое. Неужели мы точку спауна нашли какую-то? Неужели придется туда действительно врываться? Господи, я не хочу, чтобы они постоянно спавнились. Есть фаербол еще? Есть вонючая туча, есть череп-ловушку. Давай, мы ни разу ее не использовали нормально. Давай ее как-то сюда. А ты подготовишь что? Что? Эмоция не подействует на них, конечно же. Вот теперь уже труднее. Теперь труднее намного. Великое проклятие, давай. Летит череп-ловушка. Сколько он урона наносит? Неплохо, 14-19. Летит великое проклятие. Спас-броски у них ухудшены. Теперь по ним может пройти, например, ужас. Хотя это вряд ли. Есть жезл, хочу уже начинать экономить его. Просто вот так вот. Магия по первому, остальные атакуют второго. Ну, точнее, остальные атакуют вот этого. Динахир, не так я сделал. По вот этому магии, пожалуйста. Готовченко.
Динахер говорит, это ожерелье для меня, и вот это для меня, потому что я тут метнула. Но Аджантис говорит, женщина, куда же вы так жадничаете, вам уже не Лизы просто. Динахер говорит, ну и ладно, заберите, заберите, у меня достаточно сокровищ. И отступает в сторону, она обиделась на Аджантиса. Аджантис говорит, ну, в приход сдадим, сдадим в наш приход. Какой-то там паладин, 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 не написано, Хелма вроде бы, да? Забыл я, все забыл. Лучше, да, Хелма, Хелма. Ну, они такие добро-нейтральные, эти Хелмы. Хорошо. В Neverwinter Nights в переводе их шелмиты перевели. Это отвратительный перевод, друзья. Если буду играть в Neverwinter Nights, то в оригинале, только в оригинале. Там, конечно, была озвучка одна неплохая, но еще заспавнился. Так, господи, а ну-ка, Джош, проверь, может здесь еще что-то у нас сразу, чтоб всех. Или их действительно здесь такая толпа продумана была, а? Непонятно. Давай сюда, давай в него урок сразу, чтобы он был обречен и хуже, хуже кидал. Кстати, у нас есть еще заклинание удержания нежити. Мы можем с нежитью хорошо сражаться. На самом деле, бесстрашно даже, я бы сказал. Ну, заходим сюда. Здесь уже никто не спавнится. Здесь еще какой-то проход, очевидно. Куча этих штук. Но нет, Имайн, ты будешь искать ловушки. Прежде чем мы будем, чем мы будем... Ну, на самом деле, Neverwinter так долго играть, о господи. Очень хороший он, но мне больше вот нравится. Мне не нравится третья редакция, друзья, на самом деле. Мне... Тут дверь видим какую-то таинственную. Здесь одна золотая монета, видать, замануха. Мне не нравится... Мне нравится вторая, потому что классы... Привязка четкая к классам есть, и все, и отыгрываешь свой класс. А выбирать здесь что-то ничего нету. Действительно пахнет заманухой. И видим волшебную дверь. Да, но не будем ее открывать. И Мэн сначала проверит здесь на наличие ловушек. Потому что есть подозрение, что в первой нету, во второй нету, в третьей оп, и есть. Не, всего лишь 900 золота. Можем пойти в эту дверь, можем проверить сначала все здесь. Не знаю, не хочу идти сначала в дверь. Хочу сначала здесь все зачистить. Зачистить. Так, аккуратнее только подходим. Здесь завалили гусеницу. Динахер, давай вызовем еще, еще кого? Монстров? Тир 2, вызывай. Watch your fairy. Вызываются монстры, да. И гусеница из склепа уже тут появляется. Но сейчас мы ей напададим. Кроме Имайн, потому что она чем-то там залюбовалась. Атакуем гусеницу из склепа, только давайте, друзья, будем ее атаковать на расстоянии. Аджантис, просто выйди на позицию, на всякий случай. Джош, ты тоже возьми вот так и... Так, Готовченко. А, Джош уже на нее влетел. Наш командир сегодня просто не знает страха. А волк удержан, волк удержан. Мэн, отойди отсюда, что ты вытворяешь? Тут еще дверь какие-то, господи. Что-то расслабились мы опять. А ну-ка, Имайн, давай-ка разведочку легкую нам проведи здесь. Здесь чисто, докладывает Имайн. А здесь еще какая-то штука. Но ловушки не видно, не видно. Волк удержан, не можем им управлять. Но он свою функцию выполнил. Он, господи, еще тут... Он отагрил на себя... Имайн начинает нервничать. Имайн, только не провали, я тебя прошу. Проверку на вшивость и проверку на страх. Ничего не бойся, тебя прикроют. Прикроют. Вот ищи здесь ловушки. Стой здесь и ищи ловушки. Хорошо. Джош, давай сюда. Бутылка воровская уже на Лизе. Прячем это все сюда. Ну как-то эти гусеницы и... О, волк отошел. Видишь, Имайн, ты волновалась, а волчик тебя прикроет на самом деле. А, он отозван. Имайн, есть действительно повод поволноваться. Переходим, переходим сюда. Какие-то пещеры не вызывают доверия на самом деле. Не в каждой из этих штук... Здесь болты, бутылка ускорения. И вот здесь проверь. Еще куча стрел, которые нам уже не лизут. Имайн, в тени. Получилось это? Не получилось. Не-не-не, тогда не надо туда идти. Сейчас мы аккуратно сюда подойдем все. Корон подойдет вот сюда.
потому что тут что-то видите, может какая-то потайная дверь есть на самом деле. Скроет здесь куча бутылок, и корону они не лезут. Хорошо, так, имеем сюда, джиш сюда. Распределяем, распределяем, это сюда. Нету места уже, господи, начинается. Так, это опознание готово. Здесь что? Стрел куча, да? Ну вот эти давай вот так, эти сюда, эти давай сюда. Эти тоже сюда, это, судя по всему, плюс 2. Вот эти сюда. Это бутылка силы огненного великана. Если тебе понадобится сражаться мечом, выпьешь. Далее, огненные сюда нализывают, значит, сюда. Динахер, что ты там уже себе? Ага, болты, дротики. Ну, дротики надо оставить, на самом деле. Как ты их тратишь сильно? Не, давай с прощи будешь стрелять. Сюда засунь свитки и вот этот ненужный жезлы парализации, это мы после отдыха опознаем. Теперь Джош, вот эту бутылку сюда, куча бутылок ускорения, их возможно следует будет действительно начинать использовать. Стрелы, у кого стрелы, эти стрелы сюда, эти тоже сюда. Опознала снаряд плюс один, стрела огня опознала, отдала имен. Плюс один Джош, он и так редко пользуется. Далее. Процесс. Это приятный процесс на самом деле, потому что это же лут. Это то, ради чего мы спускаемся в эти подземелья. Ну, можно было не продавать арбалет. Куча этих болтов попадается. Так, бутылки. Бутылки подобрал еще сила каменного великана какого-то облачного. Вот эти бутылки с ХП. Сюда, ускорение еще сюда. Много дают бутылок ускорения. Аджантис, приготовь, кстати, бутылку силы. И здесь Корон ничего не обнаружил, да? Значит, можем идти в дверь, можем идти сюда проверить. Этот закоулочек. И вот сюда сходить. Угу. А, ну, влети-ка сам, влети сам. Чик, влетел, ничего. Можно было не бояться, очевидно. Нет ловушек, но видим здесь, друзья, еще двери какие-то. Ой, зачем я их открыл? Потому что Валера. Можешь отбежать. Можно, кстати, затестить вот эту роль насекомых. Видят они тебя? Видят. Отступай. Много их здесь, действительно. Вонючую тучу можно все что угодно кидать в них, на самом деле. Я хочу бросить паука, я хочу, чтобы Джош затестил этот рой насекомых. Вот этот. Мощнейшее заклинание. Надеюсь, ты успеешь его закастовать. Так, Аджантис идет вперед. Летит рой насекомых. И теперь мы все атакуем вот этого. Да, он разделяется. Угу. Джош причиняет единицу урона, работает на нежить рой насекомых. Хорошо, будем знать. Паук наш телепортируется. Паук, давай-ка ты проверишь эту комнату. Говорю, иди сюда, проверяй. Что-то мы слишком быстро вырвались и не испугались. Невидимость хорошо зайдет. Хорошо зайдет, чтобы скрыться и действовать аккуратно. Дверь измерений. Фазовый паук читает. Туда проходит далее. Ничего там не обнаруживает. Джош, можешь теперь сюда зайти. Еще две бутылки. Давай, фазовый, сюда. Сюда идет фазовый. Как тебя телепортировать? Тебя же можно вроде бы как-то, может, через shift ты можешь. Чик. Нет, не может он. Телепортируется самостоятельно, судя по всему. Фазовый паук, что здесь у нас? Ничего, но вот здесь уже в жижу приходится вступать. Посох вызова монстров и бутылка силы. Угу. Давай эти сюда, кольцо сюда, это сюда, заклинание сюда. А ты умеешь иллюзии, да? И ты умеешь иллюзии, но это твоя обилка, вот это пусть будет здесь у тебя, хорошо. Ну, посох похож на посох вызова монстров, не знаю. Паук, давай-ка. Ага, получает урон, находясь в этой зеленой штуке. Так, что там происходит? Большую пыль еще. Угу.
Там, значит, большой упырь. Не знаю, может, можно туда как-то фазового паука убивать большой упырь. Джиш, не хочу я туда бежать на самом деле. Что мы можем призвать? Можем нимфу или животных? Не знаю, не хочу туда бежать. Тем более жезл нашли, почему бы его не использовать на самом деле? Обычный кинжал из золота. И здесь мы залутали. Главное, чтобы этот большой упырь сюда нам в тыл не зашел. Так, вот тут двое упырей, Джош отступает. Что еще можем призвать на самом деле, чтобы их отвлечь? Эмоции, ну я не знаю, она не должна на них действовать, на нежить. На нежить действует вот это. Давай просто заклинаниями по ним постреляем, на самом деле. Можно тут прокастовать будет сейчас защитную гармонию, вот так, чик. Только на двоих сработало почему-то. Динахер, давай мелфа вот в этого. Ты давай мелфа в этого. Остальные атакуют. Джоша пробивает уже тут же. Какой у тебя, кстати, класс брони теперь? Минус 8. Если одеть перчатки ловкости, будет минус 10 под гармонией. Потому что так минус 6. Или лучше даже. Или даже лучше. Не знаю. Сейчас, друзья, придется, наверное, отдыхать, потому что заклинание у нас заканчивается потихоньку. Не-не-не-не-не, сюда не подходить. Удерживает Имаен. Ой-ой-ой, сейчас было опасно. Хитрый, хитрый противник. Бежит сразу на слабых женщин нападает. Снять паралич, пожалуйста. Иногда заклинание не срабатывает, вот как сейчас защитная гармония. Они стояли как бы за углом, и поэтому не сработало заклинание. Не сработало. Сохраняемся. И джошишо, идем дальше, конечно же. Только нужно Имаен вылечить. Подлечи сестру сводную. Имаен, пустились мы с тобой в приключения, забыли уже, что нас вело. Вело этой дорогой, но Имаен все помнит. Видите, маркер под ней подсвечивается. Она все помнит и Джошу потихоньку напоминает. Джош помнит, мы вернемся. Мы отомстим. Так, я надеюсь, они больше спавниться не будут здесь. Нет, здесь похоже что-то на... Здесь никак не пройти. То есть придется через жижу идти все-таки. Это подземелье несет на себе отпечаток зла, говорит Аджантис. Уже в очередной раз напоминает нам, что сделать. Защиту от кислоты? Или вот это должно сработать? Давай вот эту. Отманишь их просто на себя. Ты ускоренный и так. И давай вот эту. Так, только чтобы он тебя не удержал здесь. Сильно продамажило? Не особо. Все отступают, а его дамажит? Да, его тоже дамажит. Ну, видите, мистер Упырь. Нечего там ходить. Сразу залп стрел летит по нему. Удерживает он Джоша. Но Аджантис добивает его. Аджантис не зря говорил, что он несет зло. И не зря нам, судя по всему, дали столько бутылок ускорения. Аджантис, не можешь взять. А есть твой имейл. Вот передай Аджантису. Аджантис, сейчас ты ее выпьешь и побежишь, пока Джош удержан. У нас нет уже других заклинаний. Побежал. Немножко урона получил, ничего страшного. Ой-ой-ой. Здесь хочется это подобрать. На самом деле. Давай, быстро, решительно, Аджантис. Жезл забрал, жезл фаербола, то, что нужно. Просто то, что нужно. И сюда. 1880. Ну, Аджантис, видишь, как хорошо. Отлично. Хелм, даруй мне силу. Все, не нужно уже у тебя силы. Уже все, что было нужно, получено. Что теперь, друзья? Теперь двери. Двери. И здесь еще какой-то проход. Очевидно, что да. Возможно, скрытая дверь. Просто посмотрите. Действительно, действительно, что-то такое может быть. Может, какой-то секретка какая-то. Джош отошел. Да, Джош болен. Надо отдыхать на самом деле, но... Просто шило в заднице настоящего искателя приключений не дает отдыхать. Хотим сюда зайти, посмотреть. Так и есть, секретная дверь. Сохраняемся.
И вскрываем ее. И что у нас там? О, господи, раз. Вурдалак, большой упырь, большой вурдалак. И гусеница из склепа. Отступай, где там был этот жезл? Тут уже фаербол будем бросать. У Аджантиса. А ты так не можешь, да? Может, на свитке у тебя есть? Не, на свитке у тебя тоже ничего полезного нет. Можно монстров туда, можно страх, удержание туда. Я думаю, надо туда бомбить с фаербола. Вот так. Или даже. Не-не-не, вот так бомбишь и будем отступать просто их. Лети, лети, летит снаряд, мы отступаем. Вот таким вот образом. Куда ты, Имайн, идешь? Вот сейчас вот только вот давай без этого. Давайте без этого, девчонки. Не-не-не-не-не, чтоб тебя тут не удержали еще. Давай, отступай. Все, все отступают. Это кто? Это большой упырь. Он у нас серьезный молодой человек, мы помним. Вурдалаки обычные, судя по всему. Вурдалаков мы заберем. Тяжелые раны. Вурдалака забрали. Джош, подойди сюда. Что тут у нас? Гусеница. Не, у гусеница сильная, да, гусеница сильно ускорена. Динахейр. А давай-ка сюда, шлепни огнем. Жух, бабах по гусенице. Отлично, гусеница из склепа. И готовченко. Так, кольцо еще нужно подобрать. Кожи ангела хорошо, свиток подобрать. Сила единого. Возможно, когда-то это нам понадобится. Хотя никогда такими свитками не пользовался. Что здесь действительно секретная комната была. И опять тут яд, да? И Джоша теперь задевает дротики и ну такое. Так, ядовитые комнаты пройдены. Там была дверь, и там была еще одна секретная дверь. Я думаю, в дверь или в секретную дверь, непонятно. Непонятно, куда идти. Где была сама дверь? Здесь давайте по карте еще раз посмотрим. Вроде чисто все. Как-то этот этаж на самом деле ну просто легче, чем предыдущие в разы. Не знаю я почему. И чем предпредыдущий, ну как-то вообще ни о чем. Может потому что отдохнул, давно не играл. Вот эта дверь. Куда-то она тоже ведет. Какую-то комнатку. Но туда, друзья, мы уже, наверное, в следующей серии пойдем. Или нет, или попробуем. Заклинаний нету, надо отдыхать на самом деле. Ну, Джош, просто вскрой. А тут заперто. Айман, а ты попробуй взломать. Да, взломала, открыла. Срабатывает ловушка. Срабатывает ловушка, вы отступаете. Имайн пьет бутылку. Идет на нас большой упырь. Имайн отступает сюда. Джош идет сюда. Имайн идет сюда. Ты что делаешь? Ты давай замедление сюда бросай. Имайн сюда пошла. Джош, нужно его подкатить. Там еще один, кто там? Еще один большой. Так, чтобы он по тебе не попал, только Имайн сюда, замедление полетело, Джош сюда. Вы уже сражаетесь с ним. Джош как-то сюда, все, теперь можно сражаться, расконтролили его. Да, он готов, быстро его сразили, там еще один. Раз там ловушка, то нет, туда не пойдем просто так. Скройся в тенях, поиск ловушек и поищи ловушку. Только не стреляй, не стреляй, ищи ловушку. Ищи ловушечку, пожалуйста. Чисто говорит Имайн, никаких ловушек. Ну тогда нападай ему под зад просто из своей стрелы. Сколько 0? 8 и 2 урона, хорошо. И сражаемся с ним. Просто вносим по нему тяжелые раны уже. Динахир, давай еще зачти вот этот камень на него. Квейли, у тебя еще куча заклинаний осталось. Давай, Мелфа, чик-чик. Все, готовченко. Но раз там ловушки, то пойдет их обезвреживать и искать Имайн. Вот видите, друзья, единственная ловушка была в этой двери. И во всей этой зеленой комнате. Бутылки из золота, отлично. Не перегружено? Не, в таком случае можете себе даже грохнуть одну бутылку. Потому что уже нечем тебя лечить на самом деле. Вот так вот выпила и все. Нам нужно теперь отдыхать. Отдыхать ли в этой зеленой комнате, я даже не знаю на самом деле. Потому что если мы здесь будем отдыхать, возможно, кто-то заспавнится.
И мы еще не прошли сюда, судя по всему, нам сюда. Мы, конечно же, выставим патруль на отдых. Патрулировать сегодня будет Аджантис, потому что он у нас самый умный. Аджантис, не обижайся, мы тебя очень-очень ценим. Бросаю Блэс. И в следующей серии, друзья, уже будем отдыхать и вскрывать сие двери волшебные. До новых встреч!